Всем привет, канал Романыч Царевский. Сегодня хочу показать вам, как я буду заливать пол в своем гараже. Делать буду со своим зятем. Делаю это первый раз, так что сильно не судите строго, если что-то не так. Ну, тем не менее, делаю сам, как получится, так получится. У меня на канале есть видео, как я делал яму в своем гараже. Делали с другом ее. Так, сейчас уже буду... Ну вот, сетку уже мы сделали с другом. Сделали ее из прута вот такого. Заармировали полностью. Здесь тоже вот в этих квадратиках лежит армирующая сетка. Сейчас вот делаю опалубку. Толщина у меня получится... Ну, там понад стенкой, наверное, сантиметров 10 получится. А здесь... сантиметров 5-7, там 3. Ну, в общем, старался максимально выровнять. Ну, не выровнять, а... В общем, вот эта поперечина, она у меня по уровню стоит, чтобы когда уже буду... Ну, точнее, когда уже залью пол, чтобы можно было легко... уже пол будет залит, и я буду правилом проходиться вот по вот этой рейке и... по железному уголку для того, чтобы выравнивать. И все. Так, вот делаю опалубку. Ну, в общем, как-то вот так. Так, теперь для того, чтобы наш пол был крепче, выкладываем вот так камушки. Это и крепость даст нам, и бетон сэкономим. Так, опалубку сделали, заармировали все. Теперь будем мешать раствор и заливать. Вот сегодня помощник. Так, бетономешалка, цемент 500. Будем делать 1:4. Так, я смотрел там видос один, там рекомендуют. Сначала наливаем, насыпаем цемент. Заливаем воду, размешиваем, а потом в него уже добавляем песок. Будем пробовать так делать. Песок вот, вот. Там песок. Ну, если не хватит, съездим еще наберем. Чтобы меньше пыли было, сделаем воду. Перед тем, как заливать пол, нужно обязательно смочить то, что мы подготовили, потому что по-другому не прилипнет. Хорош. Ой-ой-ой. Что за сопли, ёп. Давай.
Так, как показала практика, лучше сначала засыпать сухой цемент, потом песок сухой, хорошо перемешать это, а потом только потихоньку заливать воду. Так лучше перемешивается раствор. Так, ну вот половину уже залили. Еще заливать и заливать. Вот так получается. Вот так у меня сделана сетка армирующая из прута вот этого, и внутри еще вот сетка лежит. Насыпал щебенку и потихоньку заливаем. Раствор делаю, напомню, 1:4, марка 500. Осталось, ну, можно сказать, половина. Все, наконец-то я это сделал. Ох, тяжело, я вам скажу. Если бы не было помощников, конечно, было бы намного сложнее. А так, втроем, конечно, гораздо легче. Теперь все. Жду, пока подсохнет. Завтра трошки водой еще попшикаю. И все. Не знаю, я смотрел там ролик. Некоторые советуют еще зажелезнить. Не знаю, посмотрю, как оно получится после того, когда высохнет. И тогда уже приму какое-то решение. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно поставьте класс. Напишите в комментариях, если я что-то сделал неправильно. Ну, по крайней мере, я сделал это сам, никому не платил деньги. И, ну, я надеюсь, что все будет хорошо. Все, всем удачи. Обязательно подпишитесь на мой канал и нажмите колокольчик. Всем пока.